В сопровождении прессы губернатор Борис Дубровский и полпред Николай Цуканов оценили готовность общественно-делового центра, гостиницы «Новосенко» и конгресс-холла на труда. Общая пока нерешенный вопрос, не проблема. Это первое особое обеспечение, первое особое. Всех объектов. Всех ну, объектов, в том числе... Резервное питание. Да, это генераторы и в том числе аккумуляторы. Затем уже самостоятельно чиновники отправились в аэропорт. Вчера вечером они дали разрешение на последующие этапы строительства, а также к новому общежитию ЮРГУ, где во время проведения саммитов разместятся иностранные гости. Мы сейчас будем обращаться в Министерство образования и науки для того, чтобы в кратчайшие сроки деньги все-таки поступили подрядчику, потому что подрядчик выполнил работы, но пока за эти работы деньги не получил. Думаю, что к концу года эти проблемы будут решены. Решены проблемы и стройки в зимний период. Оказывается, у нас есть все технологии, чтобы рабочим было комфортно даже в лютые морозы. Незамерзайки для бетона и специальный подогрев. Сезонное удорожание, оно всегда присутствует. И сезонное замедление всегда присутствует на стройке. Но, в общем-то, мы в своих планах это учитываем, и это никак не отразится на сроках сдачи. Галина Федорченко, Егор Голубкин, СТС, Челябинск.